Всем привет! С вами опять Техноарена. В этом видео я собрал 9 самых популярных смартфонов января по официальной статистике Яндекс.Маркета. То есть это те модели, которые продавались лучше всех. Топ получился разносортным, будут и флагманы, и бюджетники, и игровые смартфоны, и камерафоны. Если что-то заинтересует, забегайте в описание, там я оставил несколько ссылок для поиска выгодных цен и скидок. Несмотря ни на что и вопреки всем ограничениям, мегахитом продаж за прошедший месяц стал iPhone 14 Pro Max. Только на одном Яндекс.Маркете его купили более 27 тысяч раз. И не зря, потому что это самый достойный яблофон последних лет. Дизайн наконец-таки обновился, монобровь трансформировалась в уникальный интерактивный вырез. Разрешение основной камеры увеличилось до нормальных 48 мегапикселей. Экран теперь еще ярче и получил поддержку режима уведомлений Always On. Производительность процессора выросла уже выше крыши. 3,5 ГГц хватает абсолютно на все с запасом. 14 Pro Max – это оптимальный выбор для тех, кто впервые хочет попробовать iPhone, и для существующих пользователей, которые засиделись на 12, 11 или других сериях постарше. Напоминаю, что на Техноарене регулярно выходят тонны эксклюзивных топов и сравнений на мобильную тематику. Подпишись на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Самым популярным смартфоном Xiaomi, как ни странно, оказался позапрошлогодний Redmi Note 10 Pro, который набрал почти 18 тысяч продаж. Чем же так хорош этот старичок? У него очень доступный ценник и в то же время весьма солидные характеристики. Стеклянный корпус с влагозащитой, суперкамера на 108 мегапикселей, плавный 120-герцовый дисплей без шима. А процессор Snapdragon 732G уверенно обеспечивает 60 FPS в играх, не перегревается, отлично стабилизирует видео и даже позволяет снимать в формате 4К. Также у Redmi Note 10 Pro есть стереодинамики, рабочий NFC и мощный 33-ваттный блок питания в комплекте. Ребят, не забывайте про комментарии. Например, в конце напишите, какой смартфон из этого топа кажется вам самым лучшим. Следом за великолепной десяткой идет какой-то невнятный промежуточный Note 11 Pro, на котором в Xiaomi явно решили отдохнуть. Камеры остались те же самые, но пропала возможность съемки видео в 4К и в 60 FPS. Процессор сменили на посредственный Helio G96, он ничем не лучше 732-го дракона в 10-й прошивке. Прогресс наблюдается только в скорости зарядки. Благодаря 67-ваттному блоку питания аккумулятор заряжается на 50% всего за 15 минут. Но это сомнительное преимущество, на мой взгляд, а больше похвастаться и нечем. Тем не менее, Note 11 Pro купили целых 13 тысяч раз. Магия маркетинга. Кстати, цены на все смартфоны из этого видео можно уточнить по ссылкам в описании или в закрепе. Далее расположился Tecnopova Neo 2 – очень добротный бюджетник, набравший за предыдущие 30 дней более 6 тысяч продаж на Ями. Он отличается огромным экраном на 6,8 дюйма и просто гигантской батареей на 7000 мАч. Емкость реальная, телефон действительно долго работает. При активном использовании живет до 2-3 дней, играть можно до потери пульса около 11 часов подряд. Причем играть довольно приятно, любые гонки, стрелялки, даже тяжеловесные Genshin Infarct летает, процессор все тащит, не напрягаясь и не перегреваясь. А дизайн какой необыкновенный. Если захотите выделиться в толпе, смело берите Tecnopova Neo 2. Такое же количество продаж, около 6 тысяч, накопилось у смартфона Xiaomi 12 Lite. Это недорогой и ультракомпактный флагман Xiaomi, создан специально для пользователей с лопатофобией. Габариты у него буквально игрушечные – 7 мм в толщину, 16 см в длину, весит 173 грамма, удобно лежит в руке, не чувствуется в кармане. Но несмотря на скромные габариты, технически Xiaomi 12 Lite является одним из самых навороченных. Тут и суперкрасочный 12-битный дисплей без шима, и геймерский чип Snapdragon 778G, и царская фронталка на 32 мегапикселя с автофокусировкой и двумя вспышками. За свою цену это шикарная находка. Redmi Note 11 – еще один компактный телефон от Xiaomi, но уже из бюджетной категории – 5300 продаж на Ями. Не буду повторяться про почти полное отсутствие апгрейдов на фоне Redmi Note 10. Может, я что-то упускаю все-таки.
Впрочем, аппарат сам по себе неплохой, долго держит заряд, стабильно записывает видео, легко тянет требовательные игры на среднем графоне. Общая оценка производительности в тесте Antutu — 250 тысяч баллов. Память установлена скоростного формата UFS 2.2. Главная камера на 50 мегапикселей, AMOLED-экран от Samsung с прочным стеклом Gorilla Glass 3. Redmi Note 11 Pro 5G перешагнул отметку в 3500 продаж. От обычной прошки он отличается поддержкой 5G и более шустрым процессором Snapdragon 695. В остальном все то же самое. До 256 ГБ памяти, 67-ваттная турбозарядка, камера Samsung на 108 мегапикселей, качественные стереодинамики. Дисплей потрясающий, яркий, сочный и плавный. И другие приятные мелочи на месте. Аудиовыход, инфракрасный пульт, слот под карту памяти, чехол в комплекте. При умеренных нагрузках аккумулятора хватает на 2 дня. За 15 минут можно зарядиться на 50%. Xiaomi 12T был продан около 3000 раз. Это достаточно продвинутый флагман. Оснащен 5-нанометровым чипом Dimensity 8100 Ultra, который замечательно проявляет себя в играх. Системная память UFS 3.1 и оперативка DDR5 обеспечивают мгновенный отклик. Экран поддерживает адаптивную развертку от 30 до 120 Гц, абсолютно не шимит и имеет чуть более четкое разрешение — 1220 на 2712 пикселей. Сканер отпечатков встроен в экран и работает без нареканий. Основная камера на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией снимает практически идеально в любых условиях, куча режимов в вашем распоряжении. Но самое главное — это то, что в Xiaomi 12T не замыкает датчик приближения. А завершает нашу подборку топовый геймерский бюджетник Infinix Note 12 Pro. За месяц его купили всего 2800 раз, но по соотношению цены и качества он мог бы дать фору многим вышеперечисленным смартфонам. Infinix очень эффектно выглядит, предлагает внушительный объем памяти 8 на 256 ГБ и точка, вариантов поменьше просто нет. Под крышкой у него находится новый производительный чип Helio G99, который выбивает под 400 тысяч попугаев в Antutu, настоящая ракета. Камера Samsung HM6 на 108 мегапикселей дополнена ослепительно яркой вспышкой с 4 светодиодами. Конечно, у этого телефона есть и кое-какие компромиссы. Экран 60 Гц, старомодный вырез, своеобразный интерфейс. Однако низкая цена все оправдывает. Друзья, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Напоминаю, что по ссылкам в описании можно уточнить стоимость показанных смартфонов и поискать скидки. С вас лайк, комментарий, подписка, колокольчик и обещание не пропускать наши новые сравнения и топы. Всем удачных покупок и чудесного настроения!